Всем здравствуйте! Актриса живет с младшей дочерью Ольгой, поскольку самой ей уже трудно заботиться о себе. Недавно Лидия Николаевна упала и сильно ушибла ногу. Травма не позволила ей приехать на ряд телесъемок. «Ходить не могу, лежать не могу, стоять не могу, сидеть не могу». Вот такой ушиб сильный. В 7 утра вышла водички попить, ступила на кухню и грохнулась. Упала прямо на копчик. Ольга услышала грохот, прибежала, вызвала скорую. «Не могла никак не поднять, не посадить меня», – жалуется Федосеева Шукшина внучке Ане в телефонном разговоре. Ольга живет вместе с мамой и ухаживает за ней. Многие обвиняют женщину в том, что она делает все это ради имущества Лидии Николаевны. Однако она, наоборот, отстаивает позицию родственницы и выступает против того, чтобы чужие люди распоряжались ее жильем. По словам Ольги, все эти конфликты подкосили здоровье Лидии Николаевны. В апреле ее состояние после всей истории ухудшилось. Она слегла, у нее поднялся сахар, упало давление, пришлось обращаться к помощи медиков. «Надеемся, что нам удастся завершить все вопросы в самые ближайшие сроки, чтобы восстановить здоровье и жизненные силы Лидии Николаевны», — говорила адвокат Федосеевой Шукшиной Юлия Вербицкая. Актриса не может простить внучку, которая продала ее квартиру в Санкт-Петербурге. По словам вдовы Василия Шукшина, она полностью платила за коммунальные услуги квартиры, когда там жила Анна. Лидия Николаевна жалеет, что не может посетить съемки, пусть говорят, из-за своего состояния. К счастью, помимо проблем с ногой, здоровье Федосеева Шукшину не подводит. На днях она сдала тест на коронавирус, и он оказался отрицательным. Некоторые считают, что у Лидии Николаевны уже проблемы с памятью. Она просто забыла, что подарила квартиру Алибасову. «Я официально представляю мамину точку зрения. Она просила передать вам. Ни при каких условиях от Ани ей такой подарок не нужен. Это ее личный конфликт с Барри Каримовичем. Она уверяет, что квартиру не дарила. Почему в этой истории появилась Аня, я не знаю», — отметила Ольга. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.